Ребята, всем привет! Хорошего вам настроения, позитивного дня, ночи. Короче, хотел бы я вам рассказать о такой ситуации. Приехали мы в Рим. Все так шикарно говорят об этом городе, как бы все хвалят Италию. Наши пока впечатления никакие. Да. Заселились мы в хостел. В хостеле кушаем с вот такой вот кастрюли. И хостел достаточно такой, как бы, недешевый. Ну, в принципе, для зимы, для февраля месяца, сколько там, где-то 400 с чем-то гривен, это сколько там евро получается? Это где-то до, с человека где-то... 12. Где-то 12-13 евро. Я считаю, что это цена, как бы, ну, достаточно нормальная. Возле, конечно, возле вокзала, прям рядышком. Хостел называется... Beautiful 2. Там получается Beautiful 1, 2, 3, получается цифры по этажам вместе. Вот такая вот кухня, представляете? На этой кухне даже нету чайника. Вот, зато есть огромное мусорное ведро. Плитка, все, ноль. Вода есть. Микроволновка. По этим всем делам тут вот так вот. Есть кофе какое-то непонятное, соль. Кофе вообще какое-то никакое. Цикорий. Вообще не кофе, а какой-то порошок. Ну, это холодильник, я так понимаю, что постояльцев. Да, если бы было вот такое вот место отдыха. Мы уже даже заблудились. Первый раз, второй раз там сидеть. Так, ладно. Ничего не видно здесь. Вот такой вот человек здесь стоит. Ну да, здесь такая, видишь, ванна симпатичная. Пьем винцо в открытом виде, прямо возле Колизея. Карабинеры не обращают внимания. Вот такие вот пироги. Ребята, шаровая вода прямо возле Колизея. Минеральная. Автомат сломался. Смотрите, как водичка не выбегает. Ничего не сделаешь. Вот такое вот место интересное. Зашел посмотреть на сувениры. Что ты хочешь посмотреть? Тарелки? 5 евро. Маленькая? Ага. Такая вот тарелочка 5 евро. Так, ребятки, все. Сувенирчики будем смотреть, давайте позже. А, вот, Рома, эти кофты. Если бы в Украине столько увидеть мотороллеров или мотоциклов, то подумали бы, что сходка байкеров. Идешь и не заканчиваются. За день нужно обойти многое. Тоже фрукты продают прямо на улице. А вот и центральный вход вокзала. Рома Термини. Людей немерено. Все дворы здесь практически закрыты. Во дворы зайти нереально. Потому что здесь преступность. Достаточно большая преступность.
Уже цыганка просила мани евро. Получается, с выхода с вокзала налево поворачиваете, идут туристические автобусы. От вокзала до сзади получается Колизей. На. Здесь буквально за каждым поворотом какие-то руины. Хотя до Колизея еще идти минут 10-15. Вон уже. Вот и станция метро вход. Очень большое количество транспорта в различные направления Рима. Телефончик интересный такой.
Ребят, это вся очередь на территорию Ватикана. Советую всем приходить с утра, иначе попадете в такую жесть. Вход совершенно бесплатно. Отдельно в музей вход составляет 50 евро. Don't be scared. Полностью всех ваших вещей. Потому стекло и железо никому не советую проносить. Придется выбросить. Ну и коли еще режете, вы сами понимаете. Оружие всякое и так далее, газовые баллончики нежелательно. Как вы думаете, почему не попадает вода и снег? Любая влага с той стороны не попадает. Хотя, вот вы видите небо. Пишите, пожалуйста, в комментарии. Магазин Пиноккио. €850 стоит маленький. Большой, на большом ценника нет. Такой мотоцикл Харли Дэвидсон симпатичный. Это все находится возле храма Пантеона. Окей.